Доброе утро, друзья! Сегодня раннее утро последнего дня в уходящем 2018 году. И почему-то сегодня утром я проснулась и вспомнила себя примерно 5-6 лет назад. Как холодной зимой я вставала в 6 утра, чтобы полтора часа добираться до своей не сильно любимой работы, которая была у нас по пропускному режиму. Надо было прийти ровно вовремя, не задерживаясь на минуту или на две, и уходить тоже ровно по графику. Как же я это все не любила! И именно тогда я начала смотреть видео одного очень интересного человека, который делился своим опытом и делился своей мудростью из разных стран. И я думала, боже мой, как же это у него все получается. Как же я хочу точно так же путешествовать, ездить по миру и делиться с людьми каким-то своим опытом. А главное, мне казалось, что такой образ жизни сделает меня гораздо счастливее, что мне очень хотелось... Самое главное, чего мне хотелось, быть свободной, свободной в своей работе, в своем выборе. Мне не хотелось ни от кого зависеть настолько, чтобы я отчитывалась за то, что я там на минуту опоздала. Это было невыносимо вставать так рано для меня и по холоду на каких-то автобусах добираться до работы в промышленной зоне города Минска, Шабаны. Вот. Я, наверное, в то время осознала очень многое. Насколько я не хочу так больше жить. Насколько я хочу жить абсолютно другой жизнью. И с того момента, как я уже сказала, я начала слушать видео этого молодого человека, у меня зародилась мечта, что я вот так же когда-то буду работать сама на себя и буду записывать видео из прекрасных теплых стран и делиться с людьми тем, что я думаю. Вот. Ну и сегодня вот уже 2018 год, и я действительно сейчас нахожусь в Таиланде и записываю это видео. И что у меня внутри? Я думала, что такая жизнь сделает меня счастливее. И вы знаете, она действительно сделала меня счастливее. Вернее, я сама создала свою жизнь так, что я стала счастливее. Вот сейчас по утрам я наконец просыпаюсь с чувством радости и интереса. А что же принесет мне этот день? Как он сложится? Как это будет. Поэтому мои мечты привели меня в эту точку. И я действительно сейчас чувствую, что я живу очень полной и очень насыщенной жизнью. И что, знаете, что самое главное? То, что я никогда не думала, что у меня это получится. Но у меня получилось. И я поняла, что все мы можем выбирать то, как нам жить. Хотя кажется, что это невозможно, что столько трудностей, да как у меня получится, у меня нет денег, я не знаю, у меня нет работы. Когда я уходила со своей нелюбимой работы, я уходила в никуда. И я думала, что я вообще буду жить на деньги аренды от моей квартиры, там, на $200. Собственно говоря, на них и жила какое-то время. И мне казалось, ну откуда я смогу обеспечить себе тот уровень жизни, чтобы быть свободной, работать на себя и при этом путешествовать и реализовываться как-то в этой жизни. Это было вообще невероятным. Но, тем не менее, я понимаю, что если внутри вот это вот созрело, то жизнь обязательно предоставит какие-то возможности для этого. И сегодняшнее видео – это подтверждение. Да, конечно, оно не происходит так быстро, как хотелось бы, по крайней мере, у меня. Но, тем не менее, это происходит. И я счастлива от того, что у меня получается. И то, что самое главное, еще появляется очень много впереди всяких желаний,
которые хочется осуществить. И вот эта вот уверенность, что получится, она уже как будто бы встраивается в психику, в сознание, и как будто бы, ну, нет преград. То есть, когда достигаешь чего-то одного, потом гораздо легче достичь чего-то другого. Поэтому, мои друзья, все те, кто меня знает и не знает, те, кто меня любят и, может быть, не очень, я все равно желаю всем быть счастливыми. Я все равно желаю всем следовать за своей мечтой и жить именно своей уникальной жизнью. Не той жизнью, которую вам навязывают жить, а именно той жизнью, которую вы хотите жить сами. Потому что именно только ваш уникальный путь подскажет вам ваша душа. И именно этот уникальный путь развития, познания себя, реализации в чем-то, он может сделать вас счастливыми. Я с огромной любовью ко всем вам, с огромной верой во всех, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. И пусть этот наступающий Новый год будет годом вашей собственной еще большей реализации и каких-то внутренних прозрений и открытий. Я желаю всем, будьте счастливыми и следуйте своему уникальному пути. До новых встреч. Пока.